День добрый, дорогие мои подписчики и зрители канала. Продолжаем политушки на 3-дюймовом квадрокоптере на моем с обрезанными лопастями, но батарейка уже 1100. Я на нем использовал батарейку, то есть летал уже 1500, 4S, а это 1100. Спасибо товарищу моему, подарил данный аккумулятор. Огромнейшее ему спасибо. Учитывая, какая цена сейчас на аккумулятор, то, конечно, это подарок дорогого стоит. Ну, а сейчас будем летать. Попробуем, как 1100 поведет себя. Он чуть-чуть легче по сравнению с 1500. Не намного, но немножко легче. Где-то грамм, наверное, на 30, на 40, наверное, где-то легче. Ну, и заодно проверим, как будет вести данные пропеллеры с данным аккумулятором, то есть с большей нагрузкой. Все, поехали. Вперед, зарядка 4.19. Ну да, чуть-чуть подвывает сильнее, потому что у них разница с 850-ми тоже есть, по весу имеется в виду. Так, никак не могу разобраться я с этим настройкой мощности. Что-то пытался, нифига не могу понять. Так, ладно. Ну, газ небольшой. Аккумулятор, кстати, аккумулятор очень классный. Ну, у меня, конечно, уже здесь уже аккумуляторы деградировали, очень сильно деградировали. Имеется в виду по емкости, да и по току. А этот и сопротивление, а у этого сопротивление нормальное. Так, ну что, попробуем ролнуть, бочечку закрутить. Ну чё? Не, что-то есть пропуш, небольшой есть. Пропеллеры, блин, как лопухи. Возможно, из-за них. Нормально. Крутит, крутит. Ну, посмотрим, правда, сколько будем летать на 1100. Глянем, глянем. Заценим. Сколько будем мы летать? Что-то я далеко уже, кажется, задумался. Не, все-таки, если крутить эти все флипы, роллы, то, конечно, желательно на штатной батарейке, а не на тяжелой. На тяжелой батарейке это так, никакого удовольствия. Ну и помехи, как видите, что-то у меня до хрена. Ну,
стою под деревом, волны не пробиваются. Да и мощность, наверное, сейчас тут лошарская, хоть и написано 400. Нету тут никакой 400. Лошарская тут мощность. Поэтому надо думать что-то с мощностью. Или может быть передатчик по-другому. Ну отлетаю, ну буквально, ну еще раз говорю. Тут я отлетаю, ну метров на 50. Ну от силы может, ну 70 метров. От силы. И уже все. Ну и, тут еще один момент. Еще тот, что она же батарейка побольше. И она сильнее перекрывает антенну. Хотя я лечу жопой к себе. Какая там черта перекрытие. Это его так вот сейчас и перекрывает. А так лечу себе. Какое же там черта перекрытие. А, все у меня в этом самом. Вот, блин. Все в горизонте я. Ай, ну что так классно у меня получается ролл. Ладненько. Сейчас попробуем ролл в акро. Еще батарейка живая. Нормально. Нормально. Нормально, нормально. Нормально. Летит, работает без проблем. Вот один недостаток, конечно, то, что помехи. Вот это меня напрягает. Ну, цифру, конечно, можно сюда поставить, но цифра это цифра. На свою пенсию я не хочу тратить. Свою, точнее, пенсию. Нет у меня желания тратить на цифру. А левых доходов у меня нету. Я не жалуюсь, Стасу скажу. Все нормально, меня устраивает то, что есть. То, что есть, то и меня устраивает. Вот так лечу, лечу, лечу. Так, 3.68, 7 минут. Ну, мне кажется, я примерно пролетаю столько же, сколько и на 850. Ну посмотрим. Ух ты, елки-палки. Ветерок поднялся. Ты куда? Откуда ты взялся, бляха-муха? Я же микрофон даже не прикрыл. Надеюсь на то, что не будет сильного ветра. Так что вы ж не обессудьте меня, пожалуйста. Что шумом забивает микрофон. Лички у меня нету. Да и камера у меня не приспособлена для того, чтобы писать на внешний микрофон. Нет у меня такого входа-выхода. Так, газ нормальный. Ток нормальный. Полет нормальный. Время 8.30. Я даже не заметил, сколько я на том летал. Но, во всяком случае, больше 8 минут я летал на той батарейке. Да. Помеха, помеха. Жаль, конечно, что у меня сплит 4 сдохло. А так бы сейчас записалось бы нормально, качестве почти 4К,
Рункам сплит, но не работает. Хрен его знает причину. Питание не подается. Может, кто-то ремонтировал, может подсказать. Пишите в комментариях, как ремонтировать сплит 4. Может быть, и удастся восстановить. Жалко. Хорошая камера. Очень хорошая. Так, 3,6. Ну, наверное, чуть больше все-таки полетаю. Потому что только 3,6, а я уже 9 минут летаю. Ну, ладненько, сейчас я все-таки до 10 минут. И все. Сейчас еще раз урол закручу. Не получается у меня выпендриться вот с этими сбрасыванием газа. Так, все, пойдем на посадку. 10 минут есть. Попробуем сесть. А то все мимо да мимо. Так, тихо-тихо, не гони. Что, снова мимо? Да нет. Теперь уже попал. Все достигается, как говорил капитан Машлоевский, упражнением. Чем больше тренируешься, тем вероятнее того, что будешь нормально летать. Итак, 10.31. Вполне. Подведем итог. Первое. Спасибо за аккумулятор. Аккумулятор отличный. Полет тоже отличный. Так что квадрик летит, пропеллеры держат, шумят. Но еще раз говорю, чтобы проверить шумность пропеллеров, необходимо сравнить, можно сказать, полетать на этом, полетать на тех пропах и сделать вывод, какие из них шумнее. Ну, это как-то, я думаю, в перспективе. Я думаю, это я сделаю. Еще раз говорю, я экспериментирую, снимаю и делюсь с вами. Так что не забудьте подписаться на мой канал. Всем мира, добра, здоровья. И главное, конечно, мира. Но не менее главное, это здоровье. Так что до новых встреч.